Market Card – это покупательская тележка нового поколения, которая одновременно является эффективным и динамичным рекламоносителем. Число посетителей среднестатистического гипермаркета в Санкт-Петербурге в месяц достигает отметки в почти 500 000 человек. В среднем каждые 15 секунд рекламные поверхности тележки Market Card попадают в поле зрения покупателя. Мобильность такой рекламы в местах продаж действует наиболее эффективно, напоминает о запланированных покупках и стимулирует к новым. Тележки Market Card с размещенной на них рекламой обеспечены приоритетом сбора и выставляются в первые ряды, что гарантирует интенсивную ротацию по территории гипермаркета. Покупательская тележка Market Card – это двусторонний рекламоноситель, который позволяет разместить на своих бортах информацию о новых брендах, актуальных акциях и скидках. Эффектный дизайн и мобильность оживляют рекламу и привлекают к ней взгляды покупателей. Благодаря своим техническим особенностям, тележка Market Card удобнее стандартной тележки. Полезный объем увеличен до 230 литров, при этом сама тележка весит меньше – всего 15 килограмм. Внутри корзины находится вертикальный разделитель для продуктов, а также удобное сиденье для ребенка, снабженное ремнем безопасности. В нижней части предусмотрена дополнительная полка. По бокам корзины расположены две большие площади для размещения рекламы. Бортовая поверхность соответствует формату А1, что гарантирует легкость восприятия рекламного сообщения как вблизи тележки, так и на отдалении от нее. Дополнительной опцией является установка колес для траволатора. Каждый экземпляр тележки Market Card имеет техпаспорт и электронную систему учета рекламы на основе технологии NFC. Это позволяет рекламодателю отслеживать размещение своей рекламы на тележках Market Card и своевременно получать отчетную информацию через авторизованный онлайн-доступ. Market Card – это тележка, максимально удовлетворяющая потребности покупателя, ритейлера и рекламодателя –